сегодняшнего дня начинается закрытие навигации в регионе. Она пройдет в три этапа. С 20 октября на реках и озерах в Ликшиконском и Мизенском районах владельцам маломерных судов нужно будет забыть про водные прогулки. А рыбакам придется сворачивать удочки. Ведь МЧС напоминают, эксплуатация лодок в это время сопряжена со смертельным риском. С 23 октября навигация закрывается в Коряжме и Котласе, Велигодском муниципальном округе, Котласском, Ленском и Пинежском районах. С 3 ноября на всех остальных территориях, за исключением Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Онежского и Приморского районов. Здесь ограничения начнут действовать с 5 ноября.